Привет, зритель, сейчас тебя ждут пустые баночки января. Это у меня подарок от подписчицы Лёльки новогодний. Вообще, это Битекс, лимитированная коллекция, время чудес. Пусть счастье согревает в новом году. Гель для душа, банановый маффин. Кремовый гель, классный, вообще пахнет бананчиком. Такой, ближе, наверное, к светло-желтому. Ближе даже бледно-светло-желтому. Он больше похож на белый, но вот если как бы свет на него падает, то он такой вот, как спеленький бананчик. Не тот спеленький бананчик, который вот супер спеленький бананчик в черной шкурке, а тот спеленький бананчик, который в желтой шкурке. В общем, вот классный. Пахнет бананом. 12 месяцев после вскрытия, 250 мл. И вот тут такой дизайн. Спасибо Лёльке, классный гелик. У меня закончилось то, что я тут себе заказывала. Это у нас лимитированная коллекция Yves Rocher. В принципе, мылится неплохо, так себе. Ну, не сказать, что вот супер, вау, ну, скажем, пусть на троечку. Аромата я там этого миндаля вообще не почувствовала. Крышечку открываешь, и вроде как тоненько так пахнет ванилькой, как вот у них вот были все эти лимитки ванильные. И этот вот миндаль, он больше похож на орех макадами, или как там его... в Жардан Дю Монт. Вот один в один аромат. В общем, троечка. Если вы все еще думаете, купить ли вам лимитку, не покупайте. У меня закончился шампунь, который дарила мне подписчица Лёлька. Фраше. Это второй шампунь такой на моей жизни. 300 мл, 12 месяцев после вскрытия. Очищающий мицеллярный шампунь с экстрактом семян моринги для всех типов волос. Глубокое очищение волос и кожи головы. Этот шампунь снятость. Он прожил 1,5 года. Вот такой конкретно шампунь. И теперь его нет. Отличный шампунь. Он очень экономичный. Его мне хватило чуть ли не на 5 месяцев. За оба раза пользования нареканий никаких нет. Очень классный шампунь был. Очень жаль, что французы его сняли. У меня закончился наконец-то Green Mama. Бальзам-кондиционер фиторегенерация от выпадения волос морскими водорослями. Морской ЦАЦ серия. Очень классный бальзам. Сочетается со всеми шампунями, не обязательно с Green Mama. И с Yves Rocher, тут, оказывается, что-то еще оставалось, оно не дотекло. Бальзам-кондиционер фиторегенерация от выпадения волос морскими водорослями, ну и минералами тоже. Классный бальзам, мне очень нравится, я его периодически покупаю. Так, у меня закончился крем для ног. Green Mama, шалфей, льняное масло. Хватило мне его ровно на 1,5 месяца, тут 100 мл. Так, у меня практически закончилось, как раз до конца месяца его хватит. Внезапно. Мне хватило куска в 75 грамм мыла на целый месяц. Они закончились, еще хочется взять. Avon Planeta Spa. Это тоже подарок от подписчицы Лёли из последней новогодней посылки. Безмятежность Прованса с экстрактами французской лаванды и жасмина. Мыло 75 грамм. У меня ощущение, что оно такое полускрабирующее, потому что там какие-то такие маленькие частички, травки или какой-то еще штуки. И очень классное мыло. Он хорошо мылится, хорошо пенится. Я, правда, его использовала чисто для рук. Вот у меня иногда бывает, что я еще и тушку помою, а иногда по ошибке и волосы на голове. Оно даже, несмотря на то, что у меня в мыльничку попадает вода, оно не раскисает, не размокает, не разваливает. Держит форму очень хорошо. В общем, классное мыло. И вот у меня закончилась минька. Это Green Mama, формула тайги, гель для душа тонизирующая, апельсин и имбирь. 50 мл. Я его хотела использовать как пену для ванн, но что-то он у меня в итоге ушел чисто как гель для душа. Очень экономичный. Тут он немножко осталось. Чисто это, мне кажется, уже вода. Я там пыталась его остатки на себя вылить. В общем, совсем чуть-чуть надо, очень хороший. И такой специфический аромат, и лучше все-таки использовать утром, потому что апельсин и имбирь, он как бы действительно бодрит. В общем, очень классный гелик. И если вот вы куда-то едете, и вам надо небольшой такой флакончик, формат, то вот такой гель как вариант. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!